В одной из школ Санкт-Петербурга проходит благотворительная фотовыставка, посвященная памяти святых царственных страстотерпцев. В 62-й гимназии, ее еще называют Александрийской, учащиеся знакомятся с историей жизни императора Николая II и его семьи. Холл гимназии 628. Здесь на некоторое время фотографии из жизни школы сменились на фотографии из жизни царской семьи. На протяжении полутора месяцев в учебном заведении все учащиеся так или иначе будут соприкасаться с историей императора Николая II и членов его семьи. Будь то экскурсия или просто перебежка из класса в класс на переменке. А экскурсии здесь проходят часто. В качестве экскурсоводов сегодня ученицы пятых классов. Руководитель школьного музея Лариса Германовна их подготовила, научила, и теперь они передают свои знания другим. С промежутком 2 года, да? У царства 4 родилось 3 дочери. Ольга, Татьяна и Мария. Старшие дочери отличались по характеру от спокойной медлительной Марии, которую всегда ставили им в пример. Нам именно важно то, что чтобы ценили наш труд, то, что как его оценивают, вот это тоже очень важно. То, что если человек хорошо себя ведет, значит, ему это не безразлично, а если ведет себя неподобающе, то это очень обидно. Пятиклассницы признаются, что чувство обиды возникает крайне редко. Все посетители выставки материал слушают внимательно и с интересом, задают вопросы, а бурные овации в конце – тому яркое подтверждение. Внимание старшеклассников сосредотачивает уже благочинный Выборгского округа протоиерей Александр Будников. Он ведет экскурсию для 10-11 классов. Говорит основательно, подробно. Внимание уделяет не на государственной деятельности царя, а на его частной жизни и том, что было скрыто от большинства современников и стало доступно только потомкам через многие годы. История ведь это же учительница жизни, как говорил еще Цицерон. И поэтому учиться надо всему тому хорошему и делать выводы из того, что было плохого, чтобы не наступать на те же самые грабли. В основе выставки – фотоматериалы, репродукции картин и документы, которые отражают различные эпизоды жизни царской семьи. Экспозиция была создана 5 лет назад. Все это время фотографии выставляются в течение учебного года в школах, гимназиях, домах молодежи, вузах Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Я бы сказала, что как вот Святую Землю называют Пятым Евангелием, так и выставка царских лиц Святой Царской Семьи, она несет особую тональность, вносит в жизнь школы и дает особые образцы. Ребята, слушая вот эти экскурсии, очень специфичные, у них происходит специфичный обмен ценностями, и они примеряют все эти образцы жизненные, которые дают нам царственные представители царской семьи, царственные мученики, они примеряют на себя, на свою жизнь. И получают очень большой духовный толчок, я думаю, в жизни. Экспозиция рассказывает и показывает ребятам о царской семье, как примере построения семейной жизни, основанной на любви и доверии, о служении людям и Отечеству. И она заслуженно пользуется популярностью. Очередь на эту выставку в школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области на год вперед.